что безопасность означает для вас. Это ощущение безопасности или безопасное место? Безопасность для нас – это относиться с уважением к миру, в котором мы живем. И учиться тому, что важно. Заботиться друг о друге. Потому что мы все связаны. Люди и природа. Мы все находимся в движении. И нам важно создавать более безопасный мир. В том числе и для будущих поколений.